Гаджет и гаджетины. Гаджет на съемочной площадке. Это несправедливо. Это несправедливо. Этому глупцу Гаджету достаются лучшие задания. Кажется, у меня сломался ноготь. Что? Ты продолжаешь прочитать? Я говорю о новом задании Гаджета. Он будет осуществлять охрану фильма, который снимают поблизости. На его месте должен был быть я. Глупости! Тебе нечего делать рядом с талантливыми киношными красавцами. Речь идет не о простом фильме. Это самый большой фильм о войне, какой когда-либо снимали. Крупнейшие военные базы одолжили для него свое самое современное оружие. Если бы ты уделял больше внимания своей работе, чем кино, может быть, ты получал бы хорошее задание. Кино и есть задание. Доктор Кло не сможет удержаться, чтобы не украсть это оружие. Это же опасно. Ты должен радоваться, что тебя не послали туда. Конечно, я не прочь познакомиться с такой кинозвездой, как Биф-Баф. Что? Биф-Баф? Ты должен получить его задание. Хватит лежать на диване и причитать. Ты должен охранять Биф-Бафа. Это слишком важное задание для такого простофили, как Гаджет. Нечего терять времени, иди убирайся отсюда. И хотя бы раз будь мужчиной. Убирайся, вон! И принеси мне автограф Бифа-Бафа. И это будет стоить $350. Я должен доложить о своем прибытии режиссеру Гордону Глокенспилу. Спросим у того рабочего, где он? У тебя неполадки с гидравликой? Я думал, это у тебя неполадки. Фиджет! Фиджет! Это Пенни. Пенни, что ты здесь делаешь? Думаю, она пробралась на съемочную площадку, чтобы присматривать за своим дядей и пресечь попытки вражеских агентов украсть оружие. Именно так. Кроме того, я хотела познакомиться с Бифом-Бафом. Он такой мужественный. Что это с Пенни? Она ведет себя как 12-летняя девочка. Она и есть 12-летняя девочка. Тогда понятно. Вам лучше вернуться к дяде Гаджету. Дайте мне знать, когда появится Биф-Баф. Извините, я ищу Гордона Глокенспила. Я Гордон Глокенспил. Вы Гордон Глокенспил? Найно. Вот это маскировка. Я вас не узнал. Должно быть, вы лейтенант Гаджет. Прошу меня извинить, я должен позвонить. Оружие здесь. Гаджет тоже. Отлично. Прежде чем украдешь оружие, используй его, чтобы избавиться от лейтенанта Гаджета. О, сэр, вы гений. Великолепный план, сэр. Разумеется, все мои планы великолепны. Почему бы вам не пройти сюда? Мы сейчас начнем снимать. Ну и ну. Ух ты! Это же Биф-Баф! Он кажется таким сильным. Биф-Баф носит парик? В кино мы предпочитаем называть это деталью костюма.
готов, Бит! Свет! Камера! Извините. Извините, что? Разве вы сначала не должны объяснить Бифу сверхзадачу? Да, конечно. Как я мог забыть? Твоя сверхзадача убедить лейтенанта Гаджета, что мы действительно снимаем здесь кино. В противном случае доктор Кло очень сильно разозлится на тебя. Да, великая сверхзадача. Отлично, тебя преследует танк, приготовиться... Мотор! А где же танк? Мы его наложим позже. Компьютерные эффекты. Снято! У меня заноза, мне больно. Я не вижу никакой занозы. У меня нет занозы. Просто я должен сказать вам... Что? У вас потрясающая шляпа. Вы должны сказать мне, где вы ее купили. Биф, это лейтенант Гаджет, наш технический консультант. Я думал, что буду заниматься охраной. Да, но вы так хорошо делаете свою работу, что мы переводим вас в консультанты. Ну и ну. Виджет, Виджет! Вам ничего не показалось странным? Бибаф на самом деле не такой мужественный, каким кажется в кино. Он очень мужественный, если не считать парика. Зачем им понадобилась вся эта техника, если они хотят использовать компьютерную графику? А что делает технический консультант? Вы должны будете следить, чтобы все военные детали фильма выглядели правдоподобно. А вы не представляете, сколько здесь фальшивого. Ну и ну. Можете на меня рассчитывать. Биф-баф выглядит напуганным. Присматривайте за дядей Гаджетом, а я попытаюсь узнать, что происходит. Лейтенант Гаджет, скажите, а этот реактивный двигатель имеет правильную конструкцию? Позвольте мне взглянуть. Он выглядит очень правдоподобно. Сейчас понял. Что такое? Смотрите, у меня есть шляпа для мистера Баффа. Шляпа Гаджета на выход! Прошу вас, мистер Биф. Лейтенант Гаджет, я сказал, что мне нравится ваша шляпа лишь потому, что Гордон... стоял там. Отличная шляпа, Бив. Мы должны подготовиться к следующей сцене. Лейтенант, вы нам понадобитесь там. Все режиссеры так кричат. С Гаджетом покончено. Не совсем. Но вы не волнуйтесь, я подготовил запасной план. Надеюсь, он сработает. Доктор Кло, теперь все ясно. Нас отбросило в океан реактивным двигателем. Ненавижу такие вещи. Послушайте, этот фильм сплошной вымысел. Конечно, все фильмы вымысел. Нет, это заговор вражеских агентов. Дяде Гаджету грозит ужасная опасность. Где он? Я видел, как он карабкался на гигантскую пушку. Что? Немедленно снимите его оттуда. И что бы ни случилось, оставайтесь рядом. Он на месте. Огонь! Снято! Снято? Кто крикнул «снято»? Я режиссер! Я кричу «снято»! Никто другой не может кричать «снято»! Лейтенант, вы там? Никто не прекращает съемку, пока я не крикну «снято»! А я не крикнул «снято», я крикнул «огонь»!
Инспекция закончена. Кинозрители всего мира смогут увидеть, что эта пушка абсолютно правдоподобна. Вы уверены? Может быть, вы что-то упустили? Почему бы вам не проверить еще раз? Нет необходимости. Я все снял на пленку. Вот, увидите сами. Видеокассета гаджета! Говорят же, пленку ухватило. Размотайте меня! Лейтенант Гаджет, вы так блестяще исполняли обязанности технического консультанта, что мы переводим вас в дублеры Бифа Баффа. Вы шутите? Биф Бафф никогда не пользовался услугами дублеров. Пользовался? Когда трюки были слишком сложными. Мне бывает страшно, вы понимаете? Мне и сейчас страшно. Мне нужна помощь. Я знаю, что это звучит неправдоподобно. Я понимаю, о чем вы говорите. Понимаете? Конечно. Вы хотите, чтобы я заменил вас во время трюков. Отлично! Сейчас мы с вами снимем главную сцену, место действия которой тот корабль. Постойте, лейтенант Гаджет, вы в опасности. Не делайте этого. Не услышав, как я желаю вам удачи. Итак, сцена. Суперагент, которого играете вы и двое его друзей, заперты в трюме этого корабля. Трюм заполняется водой, корабль тонет. В это время его бомбят с воздуха, в него стреляют из танков, торпедируют с подлодок и расстреливают из артиллерийских орудий. Вопросы есть? Есть один. Кто играет моих друзей? Отличная идея. И какие будут указания? Импровизируйте. Всем приготовиться! Избавление от гаджета. Сцена первая. Дубль первый. Это будет отличный конец для гаджета. Гаджету никогда не выбраться оттуда. Будем делать? Будем играть страх. Помогите, спасите, вытащите нас отсюда. Отличная игра, очень убедительно. Этот корабль вот-вот затонет. Мистер Бафф, вы должны сделать что-нибудь, пока еще не поздно. Я ничего не могу сделать, я лишь жалкое подобие Супермена. Вы величайший герой из боевиков. Но только в кино я притворяюсь. Послушайте меня. Да, вы притворяетесь, но я всегда верила вам. Правда? Конечно. Помните, как в «Крутом парне» вы разбили армию террористов? Я поверила. Да, я был там хорош, правда? Еще как! И я верила вам в завоевателей. Да, когда я остановил неуправляемый автобус с помощью носков. Да, это было потрясающе. И вы не могли быть так убедительны, если бы внутри вас не сидел мужественный герой, которого вы изображаете в кино. И сейчас нам нужно ваше мужество. Вы правы. Но вокруг так много плохих ребят. Почти столько же, сколько вы разбили в отчаянном трюке. Да, и там мне даже не понадобился дублер. Да. Отойдите назад и приготовьтесь. Биф Бафф начинает действовать. Вперед! Что Биф Бафф делает? Ты мне сказал, что он совершенный трус. Очевидно, он играет храбреца. Пожалуйста, лейтенант, воспользуйтесь вашими приспособлениями. Откройте дверь, пока мы не утонули. У Бифа Баффа нет приспособлений. И хороший актер никогда не выходит из своей роли. Вам не кажется, что если бы вы заменили Бифа Баффа, то они, по крайней мере, постарались бы загримировать вас под него? Вы не понимаете съемочного процесса, рядовой. Я должен походить на него с помощью своего актерского таланта. Мистер Ба, что вы здесь делаете?
пытаюсь понять, что значит быть настоящим героем. Скажите мне, сэр, оставшуюся часть сцены буду играть я или вступаете вы? Думаю, вам пора стать самим собой, лейтенант. Я понял. Сценарий этих фильмов всегда переписывается в последнюю минуту. Итак, что я должен делать, будучи самим собой? Остановить Кло! Остановить Кло? А я и не знал, что злодей в этом фильме доктор Кло. Кто его играет? Всем подразделениям приготовиться! Приготовиться к выполнению моих приказов. Вы должны обеспечить сохранность захваченного оборудования и переправить его ко мне. Гениальное решение. Отличный приказ, сэр. Я позабочусь обо всем. А я лично позабочусь о гаджете. Я знаю, как остановить их, но мне понадобится ваша помощь. Ну, этот муляж — точная копия самолета доктора Кло. Потрясающий спецэффект. Гаджет, он снова ушел. Приказываю покончить с ним. Лейтенант Гаджет, это большая финальная сцена, и мы рассчитываем, что вы поможете нам сделать ее зрелищной. Ну! Когда я закричу мотор, все эти орудия начнут стрелять в вас. Мне нужно, чтобы вы уклонились от снарядов и вывели технику из строя. Свет, камера! Ух ты! Странно, но я не слышал слова «мотор». Скажите ему «лассо гаджета». Остановите танки с помощью вашего «лассо гаджета». А? «Лассо гаджета»! Открыть огонь! Для этой сцены, лейтенант, воспользуйтесь своим распылителем клея! Распылитель клея гаджета! Ничего у вас не выйдет! Начать атаку глубинными бомбами! Ну! Атака камикадзе! Это будет потрясающий фильм! Никаких камер. Может быть, это репетиции? Просигналю им, чтобы возвращались назад. Семафоры гаджета! Что это? Вверх, вниз, быстрее, медленнее. Неуклюжие бездари. Я сам возьмусь за дело. Не беспокойтесь, я справлюсь. Гаджет, там, где вы стоите, плохой свет. А? Сделайте 3 шага вперед. Так лучше! Да, намного лучше! О, будь ты проклят, гаджет! Это был идеальный план! Съемка закончена. А теперь для последней сцены. А? Арестуйте агента. Вражеский агент? Ну. В этом фильме есть все. А где вражеский агент? В данный момент в его роли выступает Гордон Глокинспил. Отличный ход! Вражеский агент, вы арестованы? Отпустите меня, довольно! Отпустите! В конце концов, что вы делаете? Мне больно! Отпустите меня! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какая отличная концовка! Жаль, что нельзя закончить сцены, в которой дядя благодарит вас. Как насчет автографа? Спасибо, мистер Бафф, с удовольствием. Вообще-то я надеялся получить ваш автограф.
Биф Баф заявил, что его следующий фильм будет называться «Жизнь лейтенанта Гаджета». Омерзительно! Доброе утро, полковник Нозер! Нозер! Я привез вам сувенир со съемок. Эти киношники ничего не понимают. Вы только посмотрите, цвет не такой, пропорции неправильные. И в настоящей гранате взрыватель вытаскивается легко. Это очевидная фальшивка. Смотрите на нее! Так давай же вытаскивайся! Автор идеи Жан Шалапин. Композитор Жан-Мишель Жуйро. Продюсер и режиссер Бруно Бьянки.